Александра Николаевича Костева. Дорогие друзья, у нас произошло необычное событие. За день до начала нашего турнира мы получили телеграмму из Польской шахматной федерации, что чемпионка Польши Карина Шевковская сломала ногу, и она не сможет участвовать, и нам надо срочно искать замену. Но через 4 часа мы получили другую телеграмму от Шевковской, где написано «Я буду играть». И она приехала на костылях, и здесь прыгала. Мы ее возили на машине из гостиницы «Турист» в зал. И так был весь турнир. И мы вручаем специальный приз РГСУ Карине Шевковской за преданность шахматам. Спасибо. Ну, а сейчас я имею честь пригласить на сцену первый вице-президент Шахматной Федерации.